О божечки, здорово, усаживайся там поудобнее, накладывай себе пельмешек, там чая налей вкусного, может даже там какой-нибудь ликера в чай налить. Я не знаю вообще с чаем ликер пьют, не пьют или ликер с чаем. Короче, не суть. У нас выходит пельмень. Кто-то из вас уже забыл вообще про существование пельменя? Честное слово, я и сам забыл про существование пельменя, но у меня есть подписчица Света Эльвара, она помнит, и она его фармила, она его развивала. И если я не ошибаюсь, то последний раз, когда мы тут была сила то ли 150, то ли 170 тысяч, а мне кажется, может 160, но тем не менее у нас сегодня выходит рубрика про пельмени, там есть даже отдельный плейлист, так и называется, там аккаунт с нуля, развиваем пельмени, и по сути это та рубрика, которую я должен был уже давным-давно закончить, но она еще почему-то продолжается. Было бы вам намного интереснее, если бы я заново начал развивать аккаунт, или, к примеру, как Андрю Королев пошел на английский или на какой-нибудь там сервер пошел, не помню, да? То есть он там хочет собрать без доната Динамо, как бы это тоже, наверное, интересно, но не знаю, что делать, или вообще рубрику закрыть, или еще как-то ее продолжать иногда снимать видосы. Вы все равно лайки ни хера не ставите, понятное дело, что вам это все надоело, или, может быть, не знаю, или тоже на другой сервер пойти, или еще что. Короче, пишите в комментариях, что лучше делать. Вот, как бы я тут, сами видите, не так часто выпускаю видосики, но надо сейчас постараться в конце декабря что-нибудь попилить, чтобы хотя бы, ну, в январе, да, письку грязную не сосать. Ладно. Сегодня, короче, это лайк поставь по-братски, а нам подпишись или еще что сделай. Сегодня у нас пельмень, бездонатный аккаунт, который развивается с нуля. Вот, уже, правда, развивается не мной, но тем не менее, меня попросили сегодня паролить, потому что сегодня акция, там этот торт, хуёрт, и как бы мы попробуем забрать. У нас 7600 самоцветов. Так, день замковладельцем, блин, зайди в игру, выйди из игры, посри кругом, будь другом. Так, подожди-ка, временная акция, где-то это говно давно должно быть. Так, создающая машина, найди пару, тайный базар, ёпта. Да, конечно, подожди, где это? На столке уже, наверное, без... О, в событии участвует много игроков, конечно же! На, попыточки уже все потрачены, временные акции. А, подожди, он, знаешь, где он? В событиях. Парящий остров. Ну, тут можем забрать карточку. Вон, давай. Парящий остров. Так. Вот, карнавальный торт. Эльвара сказала, что ей нужны ресурсы. Ну, короче, мы сейчас потратим 7000 самых. Да, а что по ресурсам? Мы еще, знаешь, что, ништяки откроем. Давай начнем с открытия ништяков, а потом пойдем вообще паролем. Паролем, паролем, паролем. Так, тут какие-то книжечки. Не знаю, Эльвара, может, уже сама там какие-то ништяки открывала, потому что, ну, реально, меня на аккаунте очень давно не было. И сейчас посмотрим вообще без доната. За 7000 тут что-то можно вообще открыть, нельзя. Так, ну, надо глянуть вообще на аккаунте, что там происходит. Что там Эльвара прокачивает, что-то мутит, вот, крутит. Так, чё, как вообще? Чё, как вы? Играете, не играете? Как у вас там дела? Рассказывайте. Рассказывайте, как у вас дела, что у вас там происходит в жизни, что новенького, что старенького. Так, это мы открыли. Тут тоже неинтересно. Тут мы тоже это все подкрывали. Давай-ка сюда заходим. Ага. И сюда. Есть. И сюда. Замечательно. Так, эти сундуки открыли. Дальше вот эти сундуки тоже открыли. Сюда тоже зашли. О, вот тут уже ресурсики. Ой, тут, слушай, хорошо, ресурсики пошли. Посмотри, сколько книг нафармили. Потом глюнем, сколько у нас всего ресурсов. Это от чего добро пошло? Непонятно, если честно. Окей. 49 таких сундуков. Опа, 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 опа. Ой, прям, знаешь, глаз радуется. Прям глаз радуется. Давай дальше. Сюда заходим. Опа, ремочка восьмая. Окей. Так, тут у нас подарочки всякие. Ну, ерунда на самом деле. Так, есть. Есть. Тоже пооткрывали. Сюда заходим. Что у нас тут получается? Давай сюда полетим. Окей. Так, мешок эмблем 5-го уровня. Выпало говно. Подожди, эмблем это утекание. Кто-то помнит еще про такой талант, как утекание? А когда-то ты что-то что? Ты что-то что-то что? Это же целое утекание. О, божечки. Вот смотри.
Ну-ка, что нам отсюда? Барт и, ну, как бы, окей. Ну, Барт у нас есть. Ладно. Так, здесь мы тоже это открыли. Смотрите ситуацию. Тут есть мешок зефирик. Ой, ты посмотри. Мы тут сейчас скоро лису соберем. Или уже собрали. Так, тут есть мешки. Вампира. Воу-воу-воу. Так, и это тоже хорошо. Ну, давай сначала это откроем. Какого уровня? Первого, ясно. Ясно, залупень полнейшая. Дальше, заходим сюда. Вот, заходим сюда. Тут Херобора. Угу. Тут Херобора, вот смотри. Тут у нас Динамо. Слушай, ну вот сейчас акция достаточно долго. О, 15 осколков, смотри. Достаточно долго уже все, грубо говоря, собирается. На этом аккаунте. Что-то, мне кажется, не так уж у нас много осколков Динамо. И самая проблема, что там Андрюха собирает Динамо, вот он там соберет Динамо и так далее. Я думаю, ну и вы, и Андрюха понимают, что ну, вот соберется Динамо, а дальше-то что с ним? Хули толку от него без эволюции? Даже без второй эволюции. Смотри, уже в принципе, 117 осколков. И если учесть тот факт, что большую часть времени я фармил этот аккаунт, это, соответственно, я профукивал целую кучу акций, может быть, там было бы и больше. Может быть, мы уже приблизились бы к табу, чтобы забрать Динамо на бездонатном аккаунте. А тут сколько еще ждать? Наверное, полгода с этими акциями. Хотя, знаешь, у нас инфляция очень быстра в игре. Подожди, что у нас тут на аккаунте вообще происходит? Что у нас вообще по героям? Я тут давно уже не ковырялся, ребята. Битву гильдии не проходил. Смотри, эпик герои, да? У нас эпик. Смотри, кто у нас есть. Но он еще не прокачан. Так, вот эти так гаврики. Воу! Смотрите, полярный лис. Вот, божечки. Ути сладенький какой. А, с ремочкой. БГшку можно проходить. Мое почтение. Сколько у нас вторых эволюций, да? А? Блин, ну прикольно. Так, 2500, смотри-ка, книг у нас более-менее нормально, даже, смотри, вот эта вот штука есть. Что с камнями пламени? 37 тысяч, серьезно, 37 тысяч камней пламени. Мой бы основной аккаунт так жил. Ну ладно, сейчас мы переходим уже к тому, что будем забирать карнавальный торт, а чтобы его забрать, нам нужно паролить наши несчастные 7500 самоцветов. Потому начинаем, посмотрим, выпадут ли какие-то новые эпики. Что-то как-то я... Опа! Демон-охотник. Ну, опа! Жрица воды. Да, там проэволюционировать это все можно, да? Ну, и как бы самоцветы вот еще чуть-чуть и закончатся. Слушай, ну, два эпика за 7 тысяч, окей. Да, конечно, не самые последние, не самые новые. Но почему бы и не да? Заходим, смотри. Заходим, выращивай призы, все не то. О, подожди. А, сокровищницу мы потратили. Ты ёб твою дивизию. Да ёб твою дивизию. Зайди уже. О, у нас целых 3 попытки. 2000 значков почета, спасибо. Даже просто пельмень... О, еще 2000 значков почета. Ну, пельмень теперь как бы вообще ни в чем себе отказывать не будет. И что мы тут забираем? 400 книг, ну, хурма. Вот если задонатить, да, тут... Вот это что такое? Мешок выбора ресурсов. Ну, это, блядь. Как бы, ну, тоже такое. А вот дальше вот колосы дают. Но на колоса нам самоцветов не хватило, понимаешь? Ладненько. Ладненько, заходим сюда. Забираем это все. И смотрим, что у нас получается. Так, вот это можно все открыть. Расчехлить. Так, ваши подарки. Воу! Пятый бег, эмблема. О, иди сюда. Ну-ка, а тут их 15 штук. Слушай, ну красивая анимация сделана, но по факту, ёптую, говно. И все, типа... А, подожди. Да, стой. Ёптую, выберите награду из перечисленных выше. Блять, а я не знаю, что выбирать. Уже пускай Эльвара выбирает, потому что она как бы... Смотри, а то оно вон оно как. Что, ну, Эльвара в курсах вообще что и надо. А, и смотри, и я вот так... Ага, подожди.
А, у нас так 15 остается. Короче, пускай Эльвара выбирает, на самом деле, потому что она знает, что сюда надо. Да, и давайте посмотрим, сколько на бездонатном аккаунте. Сколько на бездонатном аккаунте не хватает героев. Фанатика до сих пор нет, мастер рун. Да, вот то, что мастера рун до сих пор нет, уже столько карточек пооткрывали, а хули толку. Зефирика до сих пор нету. Ну, сами видите картину. Но не самое обнадеживающее на самом деле, но тем не менее леса уже собрана, хотя, ты знаешь, кто активно фармит бездонатный аккаунт, у них давно леса собрана. Я вам пожелаю огромнейшей удачи, могли забрать и колосса, но тем не менее, видишь, не хватило самоцветов, меня Эльвара попросила здесь паролить и открыть тут все, ей нужны ресурсы, я все сделал, дальше уже сама. Мы посмотрим, пишите в комментариях, что нам делать с этим аккаунтом, что вы хотите посмотреть в этом аккаунте. Может, прокачки какие-то или еще что-то. Или, может быть, типа забить болт. Я не знаю, ребят. Я, честно, не знаю. Ничего обещать не хочу. Всех целую. Всем пока. И спасибо, кто досмотрел до конца и поставил лайк. Вы прям лучшие. Лучшие! А если еще подписался...